если в получаемом узле будет меньше 50 человек. Это очень разумно, если рассматривать деревья классификации именно как метод классификации, поскольку в каждом классе должно быть достаточно много объектов. Класс должен быть наполненным. Однако, если мы сравниваем логистическую регрессию и деревья классификации, то логистическая регрессия характеризуется тем, что даже значимые предикторы, бывает, моделируют характеристики очень небольших групп людей, 5 человек в том числе, даже меньше бывает. Для обеспечения сравнимости результатов логистической регрессии и деревья классификации я меняю числа с 50 на 5 и с 10 с 100 на 10 и запускаю. Видим общую сводку по модели, но прежде всего не она нас интересует, а устойчивость, непереобученность модели, потому что, возможно, модель слишком переобучена, да мы просто не сможем ею пользоваться. Для этого прежде всего мы обращаемся к последней таблице Classification Table, где смотрим, насколько хуже работает модель на подвыборке экспериментальной по сравнению с подвыборкой обучающей. Видим, что действительно работает хуже. Если брать интересующую нас категорию, то примерно в два раза хуже. Следует ли отказаться от данной модели? Прежде всего посмотрим, какой результат дает логистическая регрессия. Логистическая регрессия дает как минимум не лучший результат в смысле устойчивости. Кроме того, нет однозначно сформулированных требований к тому, каково допустимое расхождение результатов на обучающей и экспериментальной подвыборках. Поэтому, пожалуй, мы продолжим работать с данной моделью, полученной на деревьях классификации, и продолжим ее сравнение с моделью, полученной на логистической регрессии. Общее представление модели мы можем получить по визуальному представлению дерева. Это исходный узел, как бы корень, хоть он находится сверху. И дальше идут отростки. В корневом узле